Вот это да, друзья. Я счастлив. Обои. Уже темно на улице практически. Я поехал в свое местечко, где у меня растет. Обычно я сюда заезжаю каждый год. И вот 3 года не было. И вот появился гриб-баран. Красота. Обалдеть, друзья. Он появился. Он пока небольшой, смотрите. По сравнению с рукой, да? Но я знаю, что он вырастает до огромных размеров. У меня есть фотографии старые. Короче, друзья, я понял, что надо сделать. Я буду засекать, как он будет расти. И мы с вами посмотрим, сколько он вырастет за 3-4 дня. Посмотрим, как будет расти. Счастье, друзья. Оставайтесь на канале, друзья. Посмотрим с вами, что будет дальше. В лесу, кстати, темно вообще. Уже. Я счастлив вообще. Все, увидимся через день. И посмотрим, как он вырос. Ну вот, друзья. Прошло 6 дней. Не смог я приехать другие дни. И вот, смотрите. За с 4 по 10 да, сентября кто-то на него, кстати, то ли ударил, то ли что. Но все равно растет, смотрите. Размер уже побольше. Я думаю, я еще его оставлю. Потому что, видите, он еще молодой, по-моему, еще будет расти. Кто-то его, конечно, шмякнул. И это мне не нравится, но что поделаешь. Люди не знают про этот гриб, поэтому его бьют. Жаль. Ну ладно. То есть вот, да, друзья, смотрите. По сравнению с рукой. Он вырос, конечно, но не сильно. Дождей нету. Может, поэтому так растет. Ну ладно, друзья, оставим еще. И потом поедем еще через 3 дня посмотрим. Ну вот, друзья. Я 3-й раз приехал уже. Прошло еще 6 дней. И он особо не растет. Но смотрите. Помните, какой он был, да? И какой сейчас уже. То есть гораздо больше стал. Не знаю, сорвать или еще оставить. Я его уже 2 недели выдержал. Сколько же он может расти. Или все-таки сорвать его. Красавчик гриб, смотрите какой. Обалденный. Грибная капуста. Красавчик. Даже не знаю, что делать, друзья. Сорвать, сорвать. Оставить. Он, в принципе, еще такой хороший. Не старый. Даже не знаю. Надо подумать. Какой красавец. С парасис курчавый. Запах обалденный вообще. Чем-то напоминает доширак или ролтон. Ну, вкусный запах, хочется съесть его. Блин, даже не знаю, друзья, наверное, еще оставлю на пару дней. Сейчас дожди пошли, может, подрастет. Красавчик. Ну вот, друзья, опять я приехал на свое местечко за спарасисом. Гриб-баран. Это уже 4-й заход. Я начал с 4 сентября. А сейчас уже какое число-то? 22-е, что ли? В общем, уже куча времени прошло. Смотрите.
еще вырос. Красавчик. Вот это грибок. Я думаю, больше оставлять его нельзя. Уже 3 недели я его караулю. Вот как его ударили, тогда так и осталась вмятина. Вот с этой стороны он так и не развился, видите. Не получилось у него. А здесь вот эта часть гриба хорошо выросла. Смотрите, какой красавец. Это грибок. Шикарный вообще. Какой же он красивый, а, друзья. Мечта грибника. А какой он на вкус. Ох. Запах какой. Обалдеть. Сегодня я его сорву точно. Будем с вами готовить его. Попробуем на вкус. Это обалденный гриб вообще. Шикарный просто. Ну что, сейчас мы его сорвем, друзья. И, кстати, хотел вам показать еще, какие находки я находил в предыдущие года. Я его уже не первый раз собираю в одном и том же месте. Давайте сейчас вместе посмотрим. Итак, Шулик. Спасибо. Ярик из Парасис курчавый. Классный гриб. Как ты его нюхаешь, Ярославчик? Чем пахнет? Ёлкой? Да. А какой вкусняшка-то. О, какой гриб. А красные грибы как называются, Ярослав? Мухоморы? Мухомор, пантеры. Пантерный. Мухомор. Ярославчик, вон он. Котеночек этот. Вон папа. Мой сынок. С грибом. И твой спарас. Грибы собираем. Давай, а папан собираем. Где? Собираем. Папан потом, давай. Это грибник, Миш. Ну все, будем срывать, сынок? Да. Все. Пока. Вот оно. Красавчик. Парасис курчавый. В 2014 году. И снова растет. На том же самом месте. Ну что ж, друзья, ну а теперь посмотрели и давайте сорвем наш грибочек. Оп, вот так его. Вот эту часть мы возьмем. Смотрите, какая. Вот это да. Вот это гриб, друзья. Он просто, просто шикарный вообще. А какой вкусный, друзья. Просто красавец вообще. Обалдеть. Мечта. Вот это грибок, друзья. Целое жаркое небольшое. Но на пробу хватит. Обалденный гриб, друзья. Сейчас поедем с вами. И вместе его приготовим. Ах, запах просто вообще обалденный. Друзья, если найдете такой гриб, берите. Засекайте это место. Потому что почти каждый год
Вот. Этот гриб растет в одном и том же месте, как и все грибы бараны. А называется этот гриб спарасис курчавый, еще раз говорю. Просто шикарный грибок. Ну что, отправляемся домой готовить. Вперед, не прощаемся. Ну вот, друзья, вернулся я домой. Вот наш грибочек. Спарасис курчавый. Сейчас мы его будем нарезать и готовить. Гриб, конечно, красавец вообще. Ух, хороший грибок. Ну что ж, давай сейчас его нарежем. И будем отваривать, а потом жарить. Ну и пробовать, естественно. Нарезаю гриб, друзья. Мне напомнило, как будто вот капуста. Брокколи, что ли, да? Или цветная капуста. Кстати, его так и называют иногда. Заячья капуста. Классный грибок. Вот так вот потихонечку. Сейчас на кусочки наломаем весь грибочек. И будем отваривать. Ну вот. Наломали грибочек. Теперь будем его закидывать в кастрюльку и варить. Причем я его брошу сразу в кипящую воду и поварю минут 5-7. Его вообще можно есть даже сырым. Хотя лучше, конечно, отварить на всякий случай. Но говорят, что он съедобен на 100%. Классный, вкусный гриб. Ну вот, друзья, вода кипит. Закидываем туда грибочки. Мимо. Ну ладно, я одной рукой просто неудобно. В общем, закидываем грибочки и варим их. Где-то минут 5-7. Вот такая пена белая. Все, сейчас немножко поварится. Пену мы снимем сейчас. И все, немножко варим, потом будем жарить. Я немножко подсолил уже. Отлично, пошел запах, кстати. Такой интересный запах. Своеобразный. Наливаем маслице. И будем сейчас жарить. Ну вот, начали жарить грибочки. Отлично. Сейчас мы их пожарим и попробуем на вкус. Прям как капуста, да, друзья? Согласитесь. Ну красиво. Ну что ж, вот и пожарились наши грибочки. Я люблю их такие поджаристые. Сейчас будем пробовать на вкус. Красавцы. Ну вот, наложили грибочков в тарелочку. Свежепожаренные, ну-ка. Ох, испарение идет. Получилось вот с одного гриба, да, тарелочка грибов. Побаловать. Для вкуса, для разнообразия. По-моему, отлично. Ну что, сейчас будем пробовать, друзья, и посмотрим, что оно будет по вкусу. Ну что ж, друзья, настало время попробовать этот грибочек. Вот они пожарились. Все, спарасис курчавый, заячья капуста, как только его не называют, гриб-баран. Он, кстати, в Красной книге находится, но я его собираю все время в одном и том же месте. Почти каждый год он есть. То есть сбор грибов, так сказать, не уничтожает грибницу, а провоцирует, и она каждый год почти дает плоды. Иногда бывает нету. Ну что ж, а теперь пробуем. О, смотрите, друзья. Красавчик, да? Все, пробуем на вкус. Вкусный гриб, друзья. Своеобразный вкус. Ну, приятный. Для разнообразия можно побаловать себя. Отлично. О, классный гриб, друзья. Так что, если найдете, можете сорвать и тоже попробовать. Но много лучше не рвать. Все-таки в Красной книге. Поэтому решайте сами. Ну а с вами был Грибоискатель, друзья. Если вам понравился фильм, ставьте лайки, оставляйте комментарии, отвечу вам на ваши вопросы. Вот. Кстати, хотел сказать спасибо за комментарии, которые вы мне пишете. Мне очень приятно. Вот. Буду рад
услышать ваше мнение. Ну а так, с вами был Грибоискатель, и до новых встреч. Пока!